Спасибо большое, Владимир Владимирович. Уважаемые члены Высшего Евразийского экономического совета, уважаемые участники заседания, приветствую всех на первом текущем году заседания Высшего экономического совета. И прежде всего хочу поблагодарить российскую сторону за теплый прием и прекрасную организацию мероприятий. Я предлагаю, уважаемые коллеги, сразу приступить к обсуждению вопросов повестки и поблагодарить за работу представителей средств массовой информации. Спасибо большое.